Привет, друзья. Ну что делать, когда ты старался, 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 и вдруг бах, и все, что ты сделал, пропало? Ну, компьютер бывает. Что я в этот момент делаю? Я себе говорю, значит, будет сейчас еще лучше. Ну да, сразу туда перекидываю эту неудачу, этот стресс, переваливаю через себя, как в айкидо, и говорю себе. Значит, будет еще лучше. И поэтому это очень короткий ролик, промежуточный между тем, что я буду делать дальше, о том, кто все-таки традиции сохраняет и новые создает. Ну, традиции, конечно, сохраняют женщины, потому что женщины берегини, и как они это делают. Вот моя жена Татьяна, она когда была не очень даже с моей мамой, все равно она мне говорила, не забудь маме позвонить, узнать, как она себя чувствует. Или там, допустим, не забудь поздравить там с 8 марта маму там. И... Ну, короче говоря, она всегда знала, когда у кого день рождения, кого надо поздравить. Вот женщины, они традиции сохраняют. И поэтому мужчины, например, вот духовные мастера, вот эти вот величайшие, но они все, вот мужчины, они основатели веры, а женщины в них верят. Ну еще, они традиции сохраняют, они ритуалы больше, так сказать, поддерживают. Ну поэтому все-таки есть разница между мужчиной и женщиной, правда? Что бы мы без женщин делали? Ну они, конечно, тоже создают что-то новое, они новую жизнь создают, но все-таки они оберегают жизнь, они наши берегини, что тут говорить. Это короткий ролик до следующего моего выпуска, потому что там будет необычайно интересно, очень серьезно. И поэтому, кому я еще не надоел, подпишитесь на канал и пишите там вопросы. Очень важно, что вы писали вопросы, потому что мы все вместе создаем книгу «Научность». Научность такая. Очень важная. Науку о человечности. Да, вот увидите, что из этого получится. А мы ее разнесем по всему миру. Ой, что из этого получится, ну, увидите. И это получится очень быстро. Я даже обещаю вам, наверное, со следующего месяца начнутся кое-какие изменения в нашем общественном устройстве. И там будет участвовать, конечно, в головах людей в этом переустройстве та наука человечности. Ну, увидите, ладно. В следующем ролике я кое-что серьезное скажу.